то лежу, и на солнышке лежу. You ain't never been so real. You ain't never been so real. Hanging with the killers in the cut, making deals. Trying to be the best you can be. How feel? Don't you wanna? Грязь, мусор, вонь. Полез, мама. Be yourself. Free yourself from the bullshit. Homie, just be yourself. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school. Hey. Когда шел в магазин Дисней, а пришел не совсем в магазин Дисней. Чуть-чуть промахнулись. Мне кажется, это твое. Это твое, ты обязательно должна брать. Я сварщик. По гороскопу сварщик по жизни. Короче, история такая. Здесь жутко воняет травкой. Зато мы видим надпись «Голливуд». Агенты конспирации. С экспертами на связи. Давай погнали. Да прибудет с тобой Господь. Давай. Меня пустят по стутику. Она заходит. Этот козел ее не пускает. Ты чего? Мне нужен паспорт. Бля, че, реально? Я так и думала. Сейчас разберемся. Бля, серьезно? Я же тебе говорил, да? Сказали, там есть, сейчас погодите, сейчас найдем еще один магаз есть. Все, всем пока. Вы думаете, как выглядит место, где дают знаменитый Оскар? Ну, типа, вообще ни о чем, ребят. Вот так выглядит место. Красная дорожка, все дела? Да, вот красная дорожка. И это все? Вот в этом говне. Меня не впечатлило, у нас, блин, здание КГБ покруче. Еще есть догадки, на какой из этих огней идти нам? Когда сказали не ходить по ночному Лас-Вегасу, буквально через... Сделано, скинь. Ты понимаешь, что мы без тебя назад типа не вернемся? Как же мы без своего Альфа Самсата одни пойдем? Алло. Шире ноги. Шаг, убедительный поход. Давай, максимальному желанию. О, нифига, распечатался. Пипец, еще и этикетка торчит. Жираф, я так препод по архитектуре ходил. Ты особо-то не петушись на этом районе, может, ты сейчас кто-нибудь появится? А, это безопасно, ты самый безопасный. Какой продуманный парень. Вообще пипец, мы в безопасности, ребята. Столько безопасности я не могу. Я себя так комфортно чувствую. Давайте тебе булки сжали. Типа, один чувак арендовал яхту, и она утонула из-за того, что было слишком много шлюх. Реальная история. Вы не видели ее, серьезно?
Я первый в своей жизни пробую тако. Я уже... Тот был неправильный, он был похож больше на шаверму. Теперь я настоящий тако пробую. Короче, я покажу, как его кушать. У меня сейчас реально, короче, кровь остынет. Там фиш этот. Фиш, да. Короче, с рыбой так. И не знаю, мне кажется, я зря его взяла. И зря я послушала Илью, и вообще все мужики козлы. Нет, мне кажется, нормально. It's nights alone, looking for myself in a mobile phone. Man, I hate this shit. Relationships, man, I hate that bitch. Hey, let's move on. Короче, чтобы обнять это дерево, тебе нужны руки размером длиной в 31 метр. The middle of December and I'm trying to remember when we were sober. How we grew closer, then we got high, now it's over. Cause you don't think I wanna do it. I don't. I wanna do it. I do. Сказать, что я сейчас умираю, ничего не сказать. Но с таким видом и умирать не жалко. Жесть. Физнагрузочка после фастфуда в Америке. Ребята, все, смотрите новый сезон, подписывайтесь, ставьте лайки. Зачарованный еще из России. Эй, я из Беларуси, алло. Ну, блин, это почти одно и то же. Окей, вот это тюрьма Алькатрас. Это все, что я могу сказать, потому что я больше ничего не знаю. А, 395. Это 300? Бля, чувак говорит в кепку, короче. Мне кажется, знаете, что? Он вообще не богат согласен. Может, он преступник? Я вот это и хотел сказать, что он сбежал из Алькатраса, и на самом деле настоящий продавец находится вот там. Короче, это я, когда всегда. Ну что, можно водить такси теперь? Где твоя кожаная плетка? Это не в ту сторону. Я не поняла, это что такое только что было.